Привет, я покемон Юмичу, а ты на канале Magic Pets. Да, привет, а я Софи. Я Эйвен. Подписывайся быстрее на наш канал, чтобы мы достигли 2 миллионов. Я Миша, лайк. До 2 миллионов осталось 190 тысяч. Вдруг у нас получится до Нового года. И ставь нам лайк. Скорее, если хочешь видео про детство остальных. Да, в прошлый раз наша киса Алиса сняла ролик про ее детство. И все писали в комментариях, чтобы Юми показала свое детство. Кстати, комментарий. Пиши их. Пиши нам комментарий. Да, я исполняю ваше задание. И сегодня покажу свое детство. Вот. Юми, ну сначала ты обещала рассказать ребятам про наши новые ролики и новые каналы. Ой, упс, я забыла. Ну и Юми? А сейчас я вспоминаю. Короче, Юмичу, у тебя пока дождешься. В общем, ребята, сегодня на нашем канале Magic Family вышло такое крутое видео. Такое классное видео. Такое интересное. Эй, ты чё? Еще его до сих пор не посмотрел? Здрасте, мордасти. Это была киса Алиса. Так вот, мы на него оставим ссылку вот там внизу в описании под этим роликом. А еще на наши новые каналы. Ты же, скорее всего, не знаешь, что у нас есть новый канал влогов. Magic Family Vlogs. И там вышел первый влог. Это будут крутые влоги из обычной жизни. Покупки, ремонт, подготовка к Новому году и все такое интересное. Там уже вышел первый влог. Так что потом сходи и посмотри его. И обязательно подпишись на канал. Поставь влогу лайк и напиши комментарий. Потому что скоро на том канале будут классные розыгрыши подарков к Новому году. А еще... Я тоже хочу подарок выиграть. Юми, так это же мы будем их разыгрывать. Не говори с полным ртом. И еще один новый канал с полезными советами. Академия Magic Family. На него тоже подпишись. Там тоже первое видео. Да, там будут классные ролики с нами, с полезными советами про животных от Ани. Лайфхаки, инструкции и все такое. Все наши каналы разные и по-своему интересные. Поэтому обязательно подписывайся. И весь декабрь тебя будут ждать везде новые классные ролики. Столько новостей, что, по-моему, уже пора Эйвену снова завести свою рубрику Magic Новости от Эйвена. Короче, обязательно потом посмотри описание к этому видео, там будут все ссылки. Киса Алиса, до того, как я начну показывать свое детство, ты что-то там еще хотела сказать. Может быть, про вашу фан-встречу 7 декабря? А? Киса Алиса, эй, кто-то монстр. Я сама знаю, что мне когда говорит покемон. И это не просто предновогодняя фан-встреча. Ясно, ясно, сорян. Короче, ребят, 7-8 декабря в Москве в Крокус Экспо 3-й павильон, 14-й зал. Там будет проходить самая большая выставка кошек Winter Cat Show. И 7 декабря в первый день там будет мэджик-встреча, да? Да, покемон, можно я сама договорю? Представляете, более 40 пород кошек. Больше, чем 1500 котиков со всего мира. А еще можно будет забрать котеечку домой. Там будут котики из приютов, да? А еще подарки, подарки! Да отстань, Юми, не просто подарки, а разные розыгрыши и квест на призы. И вообще, там будет супер-шоу! А еще ветеринары бесплатные и всякие умные люди, которые знают много про кошек. Да, киса Алис? Да, покемон, только это я должна говорить. Короче, там будет очень много всего. Реально праздник для всей семьи. Так что приходите общаться, фоткаться, обниматься и увидеться с Аней. Я внизу оставлю все ссылки на Winter Cat Show. Ладно, я пошла вниз. Наконец-то. В общем, приходите, Magic Family будут вас там ждать. Да, и это тоже должна была сказать я, покемон. Ладно, короче, увидимся. Понял. По-моему, мы уже заболтались. Короче, погнали, я буду показывать вам свое раннее детство. Когда я была совсем мелким щенком. А вы потом скажете, сильно я изменилась или нет. Голос у меня точно поменялся, так что не удивляйтесь. В общем, я родилась 27 декабря 2016 года в другой семье. А потом приехала к Ане, и ребятам, и Миша с Эйвеном стали моими приемными родителями. Кто сидит в этой колясочке? Кролик? Вот кто это. Как и все дети, я была неугомонная. Хотя я и сейчас почти такая же. А еще толстая, щекастая и смешная. Я вообще не могла усидеть на месте. Я все грызла, всем играла, все тащила в свой штабик. Тогда еще в нашей семье Magic Family киса Алисы не было. Аня еще не вытащила ее котенком из канализации. И поэтому я была первым ребенком среди взрослых, который всех очень сильно доставал. И сегодня я покажу вам, какой я была, когда была совсем-совсем мелкой. Как я играла игрушками, знакомилась с хомяками, не хотела стричь когти и бесила всех вокруг. Вот. Серьезно, что, уже разговаривает? Да, видимо, вундеркинд у нас растет. Эйвен, в тебя умница-то. Я буду сама снимать ролики. Вот буду пришевывать, будет блогером буду, вот. Она сказала, будет ролики снимать. Умница. И я блогером буду. Горжусь. Горжусь. Ну, вы же родители, понятное дело. Вот. Я читаю. Что-то говорит. Ага, она песню поет. Да, где мои родители? Подойдите! Да, колясочка ей будет уже маловато. Па-па-пам! Мне кажется, или она слишком активная? Эйвен, ты должен принимать ребенка таким, какой он есть. Да.
может дать ей игрушки? Да, пожалуй. Только деньги на коляску потратили. Продать ее, что ли? Вроде не сломала. Папа. Не мешай, детка, я занят. Ты занята, а я что, одна должна заниматься ребенком? Что делать-то? Ладно, детка, иди играй. И вот украинские сияния. Смотри, детка, я купил тебе портфельчик. Вот я его погрызу. Какой вкусный. Нет, детка, папа купил тебе его, чтобы ты ходила с ним в школу. Блин. София, я уже устала воспитывать ребенка. Да уж, это тяжело. Да. О, господи. Ка-ка. Деточка, это нельзя здесь делать. Папа тебя сейчас будет ругать. Детка, иди сюда. Зачем ты накакала какашку на нашу кровать? Блин, и правда ведь какашка. А я спряталась! От вас, от тебя! Мне уже страшно за наше будущее. Не беспокойся, дорогая, все будет хорошо. Да, Софи? Да, давайте лучше все вместе придумаем ей имя. Ее будут звать Юми. Как муж скажет, так и будет. Юми? Прикольно. Я Софи Сан, а она Юми Зай. Да. Я супергерой, у меня есть плащ. Да, надо прибраться тут пока что. Юми, что ты там опять нашла? Юми, твоя мама прибирается, помогай давай. Только сначала я мамину хофту. Но папе надо отдохнуть. Эх. Лису в табик, кроликов в табик. Эйвен, мы плохие родители. Нет, мы нормальные родители, перестань. Большое синее яйцо в динозавра. Я тебя съем. Ах ты, куда ты пошла? Ты динозаврющее яйцо. Я тебя сейчас съем. Вот так вот, вот так. Ах ты, хочешь убивать? Глупое яйцо. Ух ты, а это динозаврющая кость. Я тебя сейчас съем. Может быть, она наиграется и немного успокоится. Я на это надеюсь. Да. Ага, попалась. Иди сюда, сказала я. Мама, мамочка моя, новая мамочка, я тебе так люблю, мама, муля. Да, дочь, я понюхаю твою попу, мама. Только аккуратней, мама, не пукни мне. Ими, перестань. Фу, ты пукнула, фу. Ой, как пахнет. Вызывай. Папочка, ты же меня любишь, да? Да, конечно, доченька, я тебя люблю. Ага, фу, да я думала, вдруг вы меня не любите. Ты же любишь меня, да, любишь, папа? Да, я же сказал, я тебя люблю. Арафо, кажется, она наконец-то устала. Да, я надеюсь, она сейчас ляжет поспать ненадолго хотя бы. Да, чего там, вообще, поспать надо уже. Слава богу, я пока она спит, потихоньку пойду. Только аккуратнее, Иван. Да, сейчас потихоньку уползу, пока и она уснет. Ай, поспать что ли, надо поспать. Пап, ты куда? Да я сейчас тебя как укушу, Юми. Нет, не укуши, фу, Юми, покемон моя защита. Покемоны нападают на чучу Софи. Нет, на меня какой покемон защита, что за бред? Какая еще покемоновая защита, Юми? Защитный щит, покемон. Как вот, я тебя даже обойду, и нет у тебя никакой покемоновой защиты. Ерунда какая-то полная. Юми, это фигня, это фантазия твоя дурацкая. Вообще не существует ничего такого. Глупости какие. Зачем ты так? Ладно, прости, ты же еще ребенок совсем, извини, пожалуйста, Юми. Ладно, вот он мой покемоновый удар. Все, Юми, все. Все, Юми, все. Юми, нет, все. Покемоны будут тебя атаковать. Юми, ты что, Юми, блин, Юми, перестань, Юми. Это моя покемоновая сила, покемоновая. Сила покемона. Сейчас я тебе своего покемона покажу. Покажу тебе своего покемона, вот так вот. Че, Софи, ты что, тоже покемон? Правда? Я повелеваю, отдай мне кролика, глупая твоя голова. Юми, отстань, я тебе ничего не отдам, отстань. Ах, так, ну отдай, тетя Софи. Отстань, я сказала. Ты какая плохая собака. Смотри, Юми, кролик на тебя сейчас нападет. Нет, я не буду смотреть. Я не смотрю, нет. Юми, сделаем игровую станцию из пластиковых стаканчиков. Вот так вот. Я знаю, что ты не настоящая моя мама. Ты удочерила меня, но ты же все равно меня любишь. Любишь меня, любишь Юми? Да, люблю я тебя. Ну, хорошо, и я тебя люблю. Дальше нам понадобится веревка. Веревка. В табик тебя, в табик, иди в табик, веревка. Пойдем, веревка, в табик, тебе нужно в табик. Юми, прекрати заниматься ерундой. Эта веревка нам нужна для того, чтобы показать. В табик, веревку. Большой канат. Огромная змея, давай, догоняй меня. Смотрите, где Софи, змея ползет. В табик ее надо отнести, опасную змею. Эй, вы, это моя змея. Эй, вы, ну-ка, не трогайте мою змею. Я что сказала? Так, фу, Софи, звуковую игрушку в табик, надо ее в табик, здесь ей место. Тетя Софи, ну зачем ты забрала? Отдай. Она. Вот она, моя фигурочка в табике вот тут вот будет лежать. А, кстати, вот взрослой собаке будет очень интересно поиграть в перетягивание. Перетягивание? Ну ничего, ко мне нельзя, взрослый. Юми, просто у тебя еще зубы не сформировались. Отдай мне. Так не будешь слушаться тетю Софи. Ой, ты какая! Посмотрите на нее, какая злая собака! Я с тобой не играю. Я тоже хочу! Мне не достается! Почему у меня не достается? Нет! Юми, перестань истерить! Я ребенок, мне можно истерить, потому что не достается вкуснее! Что это там? А, змея! Бабах! Ой, простите, я тут нарушила что-то немножко. Юми, ну ты что, ты вообще разрушила всю нашу игровую станцию? Да уж. Подождите, ругаться, дорогие взрослые, я тут занята, у меня плавелка, не отвлекайте меня. Тя-тя-тя-тя-тя-тя, чух-чух-чух-чух, поехал паровозик. Юми, ты не помогаешь, ты играешь. Так, туалетка с сосиской, в табик тебя. Опять ты убежала,
общем, этой игрушкой можно играть точно так же, как и обычным мячиком. Нет, я буду играть этой игрушкой. Это будет моя игрушка. Юми, да, отстань от меня. София, я кидаю. Не кидай, я назадная. Юми, отстань. Давай, мам, кидай. Да, кстати, отличная идея играть в футбол. Иван, отдай. Ну ладно. Туда-сюда, туда-сюда. Я сейчас как тебя укусу. Юми, перестань. Ой, какие все. Кидаю. Я ловлю. Нет, я ловлю, Софи, я ловлю. Морозинку в стабик. Еще ее можно просто катать. Я? Нет, я, тетя Софи, отдай ему, пожалуйста. Да, набери. А, в стабик тебя, а кота у нас резинка. Нет, в другой стабик, надо в другой стабик пойти. Давай, Юмяш, ты просто успокоишься, и мы быстро пострижем, и все будет хорошо. Нет, я не буду стричь когти, не буду. Так, нельзя кусаться. Нет. Я не буду стричь когти. Нет. Ничего ты не отрежешь. Покемон не даст отрежешь себе когти. Ты не понимаешь, когти нужны мне, чтобы карабкаться по стенам. Я же кот. Нет. Все, нет, я сказала нет. Давай, Юми, будь хорошей девочкой. Только ради тебя, мама, один коготь. Вот молодец. Ладно, еще один и все. Вот больше нельзя. Ладно, еще один и все, больше нельзя. Раз, два, нет! Юми, если успокоишься, получишь лакомство. А что за лакомство будет? Где лакомство? Молодец. Юми, молодец. Сейчас я эту штуку съем. Обхитрили дурака. Обхитрили покемона. Обхитрили покемона, когти ему постригли, пока он там грыз вкусняшку. Папа, давай играть с тобой, я буду тебе отгрызать ногу, а ты будешь со мной драться. Я не буду с тобой драться, Юми, ты еще маленькая. Перестань выяснить. Почему? Все, Юми, иди поиграй с тетей Софи. Папа, скажи, чтобы она дала мне мяч. Я хочу отнести его в стабик. Вот и ты и сама и скажи. Ну и все, я буду вот тогда косточку свою грызть и все. Ну пожалуйста, ну папа, ну скажи ей. Софи, дай Юми мяч. Пусть попробует отобрать. Она же хочет играть. Юми, тетя Софи сказала, попробуй отобрать. Ты же хочешь играть? Какая косточка? Тетя Софи, ну отдай мне кролика, пожалуйста. Да, пожалуйста, забирай. Мне он и не нужен вообще. А что тебе нужно? Тетя Софи, ну давай поиграем с тобой, ну пожалуйста. Юми, отстань, не занята. Я играю в свои игры. Ну я тогда буду на вас ругаться. Со мной играть. Ах, вот вы какие! Тогда я тогда... Интересно, чем она сейчас нас хочет напугать? Не знаю. Все, не дружу с вами. Не буду никогда с вами играть. О, напугала. Где моя яйца? Ты сбежала. Вот она моя яйца. Яйца. Яйца, замотается яйца. И у тебя сейчас съест. Яйца тебя трясет. Ах, ты убегаешь. Сейчас я буду грызть эту розовую киску. Юми, это портфель, его нельзя грызть. Оставь его в покое. Все, найдись без занятий, тетя Софи сам должна отдохнуть и побыть наедине с тапочкой. Тогда я буду грызть ваших двойников, я и съем. Играй чем хочешь, а наши фигурки не трогай. Почему? Вот отлично, все, давай грызи зайчика, учили твоего папы, сегодня будет занятие. А я не говорю, я надо в стабик. Нет, Юми, здесь папа отдыхает, и это не твой стабик, это наш дом для... Сидят, я тебя оторву на твоей попе твой хват, вот хват, оторву тебе, сидят, так, стой, стойте такой, и... Тетя Софи, я тоже хочу играть с тобой в стабик. Нет, Юми, иногда взрослым нужно побыть без детей, перестань, все. Я сказал, это не штабик. Вот их как удлой. Тогда надо убить лису. Убить лису. Умирай, лиса, давай, я тебя задушила. И тебя, заяц, я задушила. Задушу тебя за ногу, задушу. Мама, ты куда? Мам, подожди меня. Так, успокойся, Юми, зайдете. Софи сам будет учить тебя танцевать. Встаешь на задние лапки и делаешь вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, давай еще разок. Давай. Попробуй еще раз. Надоело. Эйвен, а ты будешь поздравлять дочь 8 марта? А ты думаешь, ей это нужно? Ну, она же все-таки девочка, как и мы. Это как бы намек. Намек. А, не переживай, я поздравлю всех наших женщин. Отлично. Синяя яйца убийцу в стабик. У меня в стабике переполох. Всем стоять. Никому не двигаться, яйца. Переполох в стабике. Алло, я сообщаю нападу, алло. Яйцо напало на Юми. Яйца напало на яйцо. Прием. Мы слышим. Адское яйцо против Юми. Я сейчас тебя съем. Мам, ну давай уже показывать Юми хомяков. Кого показывать? Что ты делаешь? Юми сейчас увидит хомяков. Мы увидим ее реакцию. Папа, ты тоже показываешь гимнастику, да? Я тоже буду с тобой заниматься гимнастикой. Юми, иди попроси маму показать хомяков. Кто такие хомяки? Я не знаю, кто это. Я лучше поиграю с пчелкой. Пчелка, мячик, не кусай Юми за нос. Юми играет пчелкой мячиком. Сейчас Юми тебя съест. Юми, ты хочешь посмотреть на хомячков? Кто такие? Кто это такие?
такие хомячки. Я не знаю, кто это такие. Вот здесь пчелка мясник, пчелка-убийца. Юми, ты хочешь смотреть на хомяков или нет? Видимо, ей вообще все равно. Может, она не понимает, о чем речь. Эй, ребята, хватит тут усить у нашего домика. Привет. Огромный говорящий хомяк, боже мой. Ты можешь на них только посмотреть. Кто это такие? Посмотри. Давай, огромный, спускай нас на землю. Ух ты. Вот это да, пушистая земля. А это что за хомяк? Я не знаю, такой вид хомяков. Кто же это такие? Прикинь, это какой-то странный хомяк. Мне кажется, что это не хомяк, а собака. Точно, пойдем погуляем. Я бесстрастная собака, мне ничего в этой мире не страшно. Но эти существа, они такие странные, они вызывают у меня интерес. Но я боюсь к ним подойти. Да ладно тебе, ты чего, ты не должна бояться хомяков. Пойдем отсюда, Лаки. О, какая гигантская гора. Какой ты мягенький. Да, надо эту гору изучить. Я их боюсь. Татики, я сейчас летаю, сейчас летаю, татика, я и мне весело так, оно весело мне. Юми, я тоже хожу в ошейнике, и что? Ну и что, тебе надо, а мне не нравится. И как же ты будешь ходить гулять? Скажем тебе по секрету, Юми. Если у тебя не будет ошейника, ты будешь как бездомная собачонка, и тебя вообще могут украсть. Я Маугли, я покемон, я котик. Юми, нет, ты собака. Нет, я покемон, Юми, жай покемон. Ладно, покемон, все, отстань. Юми Вай сейчас тебе отгрызет голову, не шути с Юми Ваем. Классный подарок. Ну, все подарки классные, но сосиски можно съесть. А можно этот мой тоже будет подарок? Нет, Юми, это мой подарок. У тебя какая злая-то, ой. Я похожа на короля сосисок? Не очень. Да, лучше просто съешь их, Эйвен. Ладно. Подарю ему свое сокровище. Юми, ты уже подготовила Эйвену подарок? Да, конечно. Ну, и где он? Мне грустно расставаться с моим подарком. Почему, Юми? Потому что это единственное мое сокровище, но я дарю его тебе. Ясно. Это яйцо. Волшебное яйцо. И я на нем сейчас сижу. Яйцо? Зачем мне яйцо? Затем, что оно волшебное. Смотри, какое красивое. Ты можешь, например, его высиживать. Высиживать яйцо? Ну да, красивое яичко. Да, симпатичный подарок, Юми. Я знаю. Яйцо высиживать. Ладно, Юми, спасибо. Не за что. Не забудь о нем заботиться и любить его. Угу, ладно, яйцо. Да. Я еще хотела спеть тебе песню, можно? Ну, спой. Дорогой, веселый, Эйвен, ты красивей всех на свете, и лучше тебя никого нет, потому что ты, Эйвен, лучший, красивый парень. Классная песня. Тебе понравилась моя песня, да? Спасибо, Юми. Зато у меня есть утка, которую надо куда-нибудь деть. Например, отнести в стабик. Ах ты, не хочешь? Убивать хочешь? Я тебе не дам убивать. Ах ты, глупая утка, хочешь убивать? От покемона Юмичу. Юми, а что ты тут делаешь? Иди, тетя Софи, я занята, у меня серьезные разборки с уткой. Ничего нового, я пошла. Слушай, утка, ты должна меня... Ой, где это? Кто пищит? Ах, это ты пищишь. Пытаешься позвать на помощь других уток? Не получится. Хватит убегать. Не пищи и не беги. Тебя уже ничего не спасет. Тетя Софи, зачем ты сняла шапку с кролика? Ладно, тогда я одену этот защитный шлем. На, надень. Вот он наш Юмизай. Юми теперь у нас покемон Юмичу, но раньше она была Юмизай. И вот такая у нее есть шапочка. Да, я самая милая. Быстро, ну-ка, Стабик, я сказала. Сиди тут, а ну. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, я кому сказала? Тетя Софи, он убегает, помоги. Дай кожи. Ой, блин, что-то правда не делится. Иди сюда, я сказала. Эй, стоп, блин, эй. Иди сюда, эй, ты, летающий кролик, ну-ка стой. Летающий кролик покемон. Давай его флоем, блин, да он опять улетел. А я тебя сейчас укушу. Юми, отстань. Укушу тебя, тетя Софи. Юми. Хотя, Юми, я сказала отстань. Мои мозги заняты этим кроликом, как же его, блин, поймать. Я, кажется, его словила, смотри, я его держу. Блин, меня мама удочерила, ты меня любишь? Да, люблю. Ты меня любишь. Люблю я тебя. Хорошо. А ты меня любишь? Ты же мой ненастоящий пап. Все равно я тебя люблю. Фуф, хорошо. И это не вся часть моего детства. У меня есть еще много разных историй и кадров. Вот таким вот я была щенком. Изменилась? По-моему, ты, Юми, не очень изменилась. По крайней мере, по характеру. Это точно. Ну что ж, ребятки, а теперь идите смотрите новые видео. На нашем семейном канале Magic Family. И на наших новых каналах. Magic Family Vlogs. И Академия Magic Family. Там, кстати, очень смешной ролик, как подготовиться к приезду щенка. А на влоговом канале классный влог. А еще завтра новые видео на двух Аниных каналах. В общем, ставь лайк, пиши комментарий. И подписывайся на все наши каналы. Скоро там розыгрыши. А с Аней увидишься 7 декабря в Крокус Экспо на Winter Cat Show. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. Лялики, смотри, я. По-моему, мы запороли песню. Да уж.